Пятый уровень пожарной опасности объявили в Павлодарской области из-за отсутствия дождей и жары. В лесничествах усилили контроль, привлекли авиацию для патрулирования. О последних фактах возгораний наш корреспондент. Почти 800 случаев загорания сухостоя зарегистрировали с начала сезона в лесах, 53 очага. Ущерб от них более 11 миллионов тенге. 3 было зарегистрировано за прошедшие сутки на территории Байнурского национального парка. Причиной послужили грозовые разряды. Площадь данных пожаров сейчас определяется, то есть будет выезжать комиссия. Площадь ущерба сейчас пока это все устанавливают. Они незначительные были очаги. А еще на территории садоводств пришлось тушить 53 пожара. Пострадали 214 участков. Огонь уничтожил 89 домиков. Спасатели выдохнули, отцвел тополь. В сводках 115 выездов. В целом за нарушение безопасности к административной ответственности привлекли 59 человек. 51 человек привлечен к предупреждению, и остальные 8 человек привлечены к штрафам. Сумма варьируется от 5 до 100 МРП. Но там, видите, там еще те статьи, которые лесного, по лесному законодательству, это не мы привлекали, а принимали, привлекали лесники. В эти дни установилась сухая погода. Днем не меньше 25 градусов. В регионе объявили пятый уровень пожарной опасности. Тимофей Горев, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбит».